Приветствую всех участников 54-го сезона конкурса талантов Golden Talent. Меня зовут Дмитрий Гончаров, я представляю радиостанцию «Сфера Мьюзик», и я также являюсь уже неоднократным членом жюри и оценщиком ваших талантов, дорогие наши конкурсанты и участники. Хочу сразу же сказать, что из всего списка, он был длинный довольно-таки, я выбрал 12 имен, в которых я вижу очень большие перспективы, и хочу вам сказать, дорогие друзья, что вы молодцы, что вы продолжаете принимать участие в конкурсах. Кто-то, возможно, начинает свой творческий путь, кто-то уже достиг каких-то уровней, кто-то уже, возможно, работает. Но вы все приняли участие в этом конкурсе, что правильно сделали, потому что благодаря именно конкурсной оценке вы и можете видеть сами свои перспективы со стороны от членов жюри. Итак, я рад назвать те имена, которые, на мой взгляд, я считаю, у вас есть, дорогие друзья, большие перспективы. Лаура Мария Москаль. Хочу сразу же сказать, большая умничка Мария. Впереди у тебя большие творческие перспективы. Абрахамян Стефана М. Тигранян, Art School. Давид Астафьев, Респект Алматы. Городниченко Олеся. Инна Якимчук. Мэри Данасян, Амирана Айжан, Астана, большой привет. Наталья Цвик. Наталья, ты тоже большая умничка, молодец. И заведение, в котором ты работаешь, с обалденно классным названием. Илья Киреев, Ю Николь, Жалдус Адельбекова, Рози из Еревана. Рози, бай-бай-бай. Итак, 12 имен, которые я назвал. Желаю вам, дорогие друзья, еще больших участий в конкурсах, еще больших творческих взлетов. И все это для того, чтобы ваше имя знали во всем мире. Всем большой привет и огромнейшие пожелания. Вы творите мир на планете.